Торжественная встреча. Павлодарец, обыгравший первого в мировом рейтинге шахматиста, вернулся на родину. Наша съемочная группа приехала в аэропорт, чтобы записать первые эмоции победителя на родной земле. Напомним, недавно в Катаре прошел турнир «Катар Мастерс Опен». В ходе него наш земляк Алишер Сулейменов одержал победу в игре с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном. Алишер поделился, в какой момент игры он осознал, что имеет шанс на победу. После хода конь g5 я уже понял, что я перехватываю инициативу, и что Магнус просто зевнул этот ход. По языку тела было видно, и после конь g5 я себя очень уверенно почувствовал. И также я по нему заметил, что... Это ему уже не нравится, и он упустил этот ход, то есть, и он всем телом, скажем так, показывал, что ему это не нравится, и мне это очень большую уверенность придало. Также шахматист рассказал, как готовился к этим соревнованиям. По большей части я готовился именно по шахматному, то есть именно психологически я просто пытался, скажем так, играть хорошо в шахматы, не ставил каких-то целей специальных. Считал, что ничья – это хороший результат будет. Даже не думал, честно говоря, о победе. И по шахматам я готовился примерно 1,5–2 часа к партии. Вот. И больше упор делал на энергию, потому что я понимал, что абсолютно любой дебют возможен. И лучше, скажем так, побольше энергии сохранить на партию, чтобы суметь очень качественно ее провести. В международном турнире «Павлодар Опен 2023», который проходит в нашем городе в эти дни, Алишер мечтает сразиться с сильнейшим спортсменом из России Антоном Демченко. Анастасия Ерш, Медет Карим, Ертыс Акпарат.